Всем привет! Давайте поиграем в новый мод. Посмотрим, кто тут что наменял. Так, на иностранном языке. Ну, тут и не важно, что написано, все равно будем все смотреть. Так, даже наша дверь закрыта. Так. Интересно, где ключ? Где ключ от моего же дома? Скорее всего, он в багажнике. Так, странно, ничего нет. Ну-ка, можешь закрыться? Нет, нельзя. Да, вот этот домик. У соседа небольшой дом, это хорошо. Так, тут фонарный столб упал на машину. Может быть, ключ мой здесь? Ничего нет. Так. О. Концовка игры. Hello Neighbor. Звучит. Ну-ка, а эти что играют? Приятно. Давайте с собой носить. Ну-ка. В камине играет. Так, о, вот это замочек. Прям конкретно не откроешь такой. Телек тут соседа, наверное, нет. О, вот эти шары бьют стекло, класс. Рисунки какие-то новые, видимо, сам рисовал. Рисовать, видимо, умеет, потому что весело нарисовано. Веселее, чем я говорю. Так, здесь ничего. Вантус. Ха-ха. Не работает Вантус, то есть его не видно. О, первый голубой ключ. Нет, конечно же, он не от него. Так, как нам пройти? Прыгаем, молодец, даже такие механизмы есть. Так, у нас здесь лопата, видимо, придется копать. Так, смотрим, здесь ничего больше нет. Ой, здесь ужас какой-то. Давайте сначала применим карточку и выкинем ее. А, нет. Я думал, здесь для карты приемник. Так, ладно, музыка уже надоела. Дом хорошенький. Так, лопату применим позже. Давайте смотреть, что здесь есть. Цветы. Телек. Так, манекен. Манекен камера. Неплохо. О, ружье. Не стреляющие. Но мы все равно разобьем стекло им. Так, тут еще зеленый есть. Замок. Так, такса и еще какая-то собака. Радуется, что... Нога соседа, видимо, оторвана. Веселые собаки. Так, тут ничего больше нет.
туша медведя. Шкура, точнее. Так, тут я ничего больше не вижу нового. О, здесь что у нас? Прыгать разучился. Тут ничего нет. Надо внимательно везде смотреть, потому что ключ могли убрать хоть куда. Здесь вроде бы нет. Здесь тем более. Так, бежим обратно. Так, наш-то закрыт, да? Ну-ка, может, все-таки подсказки есть? Так, ну вот from. Записка, что-то для старого дома. Так, я ничего не понял. Ничего нет. Так, ключ под камнем. Написано вот здесь. А, молодец. О, танчик. Камера не нужна. Телек ничего не показывает. Так, даже сообщение оставил. Ну, здесь, наверное, ключ-то будет. Так, у меня вылетела игра, я перезашел. Давайте смотреть. Мне надо будет опять карточку подобрать. Так, всякие пасхалки. Хлеб. Мне нужны еще ключи, потому что я так ничего не открою. Скейт, так. Смотрим, здесь очень много пасхалок. Нормально, тут камеры даже что-то показывают. Киндли Кейн. Видимо, это ник человека, который создал эту карту. Фонарик пригодится? Нет. Не берется даже. Так, ну здесь нет ключей никаких. А нам срочно нужен ключ. У нас потому что двери-то заблокированы. Остальные. Так, давайте внимательно смотреть. О, я спрятался. Танк. Что-то написано, бонус. Может быть, здесь? Так, это наш ключ, похоже. Ну, не знаю. Может, в другой дом пойдем? Так, еще. О! Сосед прибежал откуда-то. Так, тут тоже ничего нет. Я его могу не бояться. Он не опасен для меня, похоже. Да, он что-то не очень-то разговорчивый. Лопата, кстати, во. Хорошая подсказка. Похоже, я лопатой что-то должен откопать. Так, здесь у нас ключ был. Вроде бы нет. Так, бежим. Бежим искать место, где можно копать. Прямо перед соседом.
соседом. Так, интересно, где? Тут ничего нет. Сосед не опасен. О, прям огроменная машина. Video Games. Так, как мне туда попасть? А, вот тостер. Ой, все размотался. Ну, похоже, что решение здесь. Так, где я был? Так, так мне надо зонтик. Не помню, зонтик здесь есть где-нибудь. А, он не взялся. Хорошо, что сосед неактивный. Так бы у меня был конец, это точно. Лесенка на тостер, это, конечно, супер придумано. Тостер похож на цистерну, на большую. Так, маленький недолет. О! Какой нам ключ не нужен? Вот этот. Прыгаем, а зонтик потом достанем. Ну, молодец, мне нравится. Столько приколов. Ух ты, карточку сразу применим, тоже выкинем. Ключ выкинем. Диван выкинем. Ой, я его как-то активировал. Я аж напугался, надо же. Откуда там рабочий сосед-то? Так, где мы еще не были? Мы не были, конечно, наверху. Опять летим в тостер. Меня постоянно бьет об угол. Вот так надо как-то. Не, маленько недолет. Либо так не задумано, но я попробую справиться. А, почти. А, вот ступеньки. А, он хочет, чтобы я лез так, и потом... Ну-ка. Мне хочется обмануть. Ой, что-то я сам себя обманул. Так, похоже, что надо реально по его задумке все выполнять, но пока еще несколько раз постараемся. Ха. Так, нет, не сюда. Так, давайте подумаем. Как мне в угол дома-то не упереться? Тут недолет. Я не долетаю даже сюда. Давай. Недолет. Прикол, даже сюда не долетаю. Профессионал по полетам. А, вот сюда можно было. Все очень просто оказалось. Это я должен был залезть. Давайте проделаем этот путь. Второй этаж есть. А, вот же я здесь и был. Так. Все как задумал создатель уровня. Манекен берется? Нет.
Давайте залезем. Я уж думал сразу наверх. Так, ключик этот. Так, этот ключ не от того. Ну-ка, смотрите, а если я прыгну и перелечу? Не, ничего не перелетел. Ладно, откроем пока этим ключом то, что можно. О, это от чего ключ, интересно? Так, остался один красный. Еще монтировка нужна. Ой, меня чуть не поймали. Это реально целый сосед, прям целая игра. Это пока самый лучший мод, который попадался. Давай. О, смотрите, куда долетел. Сразу же в нужное место. Так, вот только сейчас заметил. Берем какой-то ключ. Так, нам нужен еще красный ключ. Вот, смотрите, чудик черный стоит. Ладно, пошли наверх. Похоже, нам пригодится магнит. О, им же сейчас кину. Нет, похоже, зря. Тут меня, скорее всего, убьет. Этот выложу. Так, магнит. Остужать нам надо, да? А где вода есть? Эксид, это, видимо, я пройду игру. Нет, тут выхода нет. Как-то не хочется рисковать пока что. Мне нужна вода. Так, какая-то страшная надпись. Комната для слежки за мной. О, вон ванна. Тут, скорее всего, никого не будет страшных. Все, пусть остужается. Посмотрим, что здесь есть. Телек. Тут опять запись. Запись всех событий. Так, это что у нас такое? Ничего. Все, надоело шуметь. О, остыло. Магнит нам, наверное, больше не нужен. Но мне выкинуть нечего. Давайте магнит пока выброшу. Или хотя бы давайте... Я буду знать, что он оставлен под лестницей. И возьму монтировку, сразу все откроем. И лучше идти с зонтиком, потому что монтировка при падении не спасет. Так, ну тут пока ничего не понятно. Давайте сходим сюда. Вот так сходим. О! Сосед лежит, прикол. Ладно, тем лучше. Нам он не нужен. Тогда получается второй сосед в игре. Огроменная карта. Так, что здесь можно сделать? А ничего, это просто, видимо, пустая локация с соседом. Да, тут ничего нет. Сосед лежит, отдыхает. Давайте. Чуть не разбился. Он меня не замечает.
отвечает, это хорошо. Так. Для чего только нужен нам синий замок, похоже. А, от второго этажа. Не, не подходит. А, нет. Там еще замок есть. Смотрите, маленький, его не заметишь. Остался красный один. О, там у нас чудик и прохождение игры. Значит, нам нужна лопата, и мы откопаем. Красный ключ. Так, вон второй этаж. Но мы где-то должны лопату применить. А там есть где копать, интересно. Давайте еще раз слетаем наверх. Так, тут какая-то стенка невидимая. Так, давайте. Надо попробовать. Давай, долети. Вон, на тоненького. Так. Прикол, если он здесь. Коробки убираются. Так, ну, в принципе, за коробками, наверное, нечего делать, потому что у меня лопаты бы не было. Лопата все равно для чего-то нужна. Она должна что-то открывать. Так, там есть что-то, напоминающее могилу. Смотрите, какая-то точка. Маленький квадратик. Так, пока ничего не вижу. Полиция. А, вон же могила-то. Так, я если встану. А нет, мне ничего не случилось. Воткнул аж. Ой. У меня чуть лопата не потерялась. Так, эта дверь несуществующая, она не открывается. Магнит мне не нужен. Так, здесь что у нас? Я здесь и выпаду. Так, ладно. Может, соседа можно как-то оживить лопатой? Но я могу его только ударить лопатой. Это единственное, как я могу его оживить. Так, тут не ведется речи о красном ключе. Я его вообще мог... Это ж надо... Выпрыгнул с лопатой. Так, ну давайте копнем соседа. И ничего не получилось. Прикольный ключ где-то там наверху. Это же было бы невозможно. Так, тут тоже ничего нет. Ну еще какой-то ключ, смотрите. Вот. То ли это я так кинул удачно с крыши, то ли что. А, у нас же еще вторая комната есть. Так, ну здесь нужен зеленый. Аж зеленый даже, смотрите. У меня такого-то не было. А, вон красный. Так значит, все дело-то в зеленом ключе. Интересно. Так, ну, все, надеюсь, монтировка не нужна. Может, он здесь? Надо попробовать запрыгнуть. Так, ничего нет. Так, и там дверь. А вот магнит-то пригодится.
играет. Так, ну, зеленый ключ. Даже не представляю, где. Нам, видимо, надо какую-то могилу искать. Так, туда нельзя бежать. Давайте посмотрим. Туда тоже нельзя, получается. Тут места мало. М13 дом. Так, коробка. Интересно. Ну, могила была. Одна там, видели, под электричеством. Но ведь там ничего не было. Еще раз проверим. Так, тут сосед ходит где-то. А, вот он. Вантус. Так, надо как-то, возможно, обесточить могилу. То есть нам нужно слетать наверх и как-то отключить подачу напряжения на нее. Если это не фейковое напряжение. Сейчас посмотрим. Так, это рубильник. Отсюда сейчас посмотрим. Часы, кстати, идут. А вон колокол трезвонит. Где-то есть рубильник, который здесь отключит. Потому что земля. О, я в крест зашел. Вот здесь можно было ключ положить, кстати, тоже. Никто бы никогда не нашел его. Еще, может быть, здесь он где-то недалеко. Так, здесь зонтом можно. Давайте внимательно смотреть. Вдруг он где-то здесь на виду лежит. Так, магнит можем взять. Но я не вижу отключения электричества. Так, это не то. Так, получается, остался один зеленый ключ. Может, он с цветами перепутал? Так. Но здесь я ничего не нашел. Но он бы не стал делать зря вот эту местность. Даже идти-то. Давайте сюда еще раз. Может, я плохо искал. О. Тут все зеленое. Вот здесь можно было ключ оставить ему. Как будто бы сосед уснул прямо с ключом в руках. Зеленые стены тоже напоминают цвет ключа. Но он так не сделал. Возможно, ключ находится на доме. Или
даже в трубе. А, нет, это не ключ. Так, у нас здесь что-то играет. О, прикол, смотрите. Я полез, вы поняли зачем. За коробками. Так, зонтик уже не нужен. Магнит. Не, ключ не нужен. Коробки две нужны. Это будет достаточно. Подождите, зонтик-то нужен. Так, мне нужно на второй этаж попасть. Да, мне зонтик нужен, как назло. Ладно, лопату пока оставим. Зонтик нам нужен, чтобы пролететь. О, сосед. Так, или я могу отсюда запрыгнуть? Не, вряд ли. Летим прямо к месту событий. Вот сюда. Там у нас две коробки. Они нараставиться-то не будут. Так, магнитик. Есть. Если я сюда запрыгну, я не выпрыгну. Ладно, пока так. Прикол, через окно можно было. Ну, так уж и не догадаешься. Я открыл финальную дверь игры. Скорее всего, игра пройдена, но она мне, конечно же, вылетела на таком неожиданном моменте, как назло. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, как вам такой мод. С вами был Топси, всем пока.